Всем привет, я Даша Кей, и сегодня я вам покажу, как сделать фиолетовый макияж. Покажу даже бюджетные варианты и аналоги тех средств, которые я использую. Для обладательниц зеленых глаз это просто самый топовый макияж. Глаза начинают светиться зеленым. Если у вас карие глаза, то они тоже будут светиться. Все потому, что по правилам цветового круга, если оттенки стоят напротив друг друга, то фиолетовый подчеркнет зелену в глазах, потому что он стоит напротив фиолетового. Если голубые глаза, то все оттенки красного, коричневого будут просто изумительно подчеркивать этот океан в глазах. Что же делать с серыми глазами? Серые глаза, наверное, о них расскажу чуть позже. Правила цветового круга не обязательно придерживаться. То есть вы можете любой цвет, который вам понравится, использовать. Главное, хорошо затонировать лицо. И первым делом я буду тонировать лицо с помощью нового CC-крема, потому что ровное покрытие дает безупречный результат со всеми оттенками на глазах. Я буду использовать новинку, очень легкий тональный крем. Это Stellary CC. Нанесу его на все лицо и потом, например, синячки или еще что-то у нас останется, скорректируем с помощью корректора. CC-шку можно наносить как угодно. Я беру чуть-чуть средства. Этот тонак прям на грани с обычным кремом для лица, потому что там много ухаживающих компонентов. Витамин А, Е, масло ши, гиалуроновая кислота. Прям совсем легкое такое перекрытие, поэтому я нанесу такими вот капель. Максимально увлажняющий тон для сухой кожи, коей моя и является. Особенно вот эти вот участки обмороженные мои. Бедняги. Распределяю все спонжем. В некоторых зонах его придется пудрить, чтобы, допустим, убрать рельеф кожи. А вот на скулах он будет красиво переливаться. И прям под глаза, на глаза, потому что в этой области я буду наносить корректор, чтобы тон смешался с корректором, и было все супер чудесно. Следующее средство, которым я воспользуюсь, это контуринг от Stellary. Его мне наносил визажист, когда я была на съемке у Stellary, и, честно говоря, мне понравился вот этот вот оттенок, мне показался он прям очень правильным. Текстуры очень сливочные, я думаю, в этот тон их размешать, добавить как бы контуринга немножко, прям, надеюсь, что все получится хорошо. Буду использовать свою любимую кисточку от Manly Pro, это 14 номер, много раз уже о ней говорила, прям очень приятно. Stellary продается только в Магнит Косметик, если вы пойдете, пишите в комменты, что вы там купили. Пользую нижний оттенок под глаза. Перекрою синяки и пройдусь еще раз, как базу под макияж сделаю. Все лицо я закреплю пудрой от Catrice, это сияющая рассыпчатая пудра. Для бровей я буду использовать подводку от Beauty Drugs, это оттенок Taupe, самый универсальный цвет. У этой помадки для бровей есть специальная тряпочка, об которую как бы убирает излишки. Не знаю, я не заметила как-то особых плюсов, потому что я обычно все снимала на крышечку. Брови я рисую все так же, тут чуть ярче, чуть тут менее ярко. Смотрела тут беременна в 16 и офигела, что в 2К19 до сих пор кто-то рисует квадраты на своем лице. Я надеюсь все-таки на то, что эта программа снималась просто очень давно, и ее решили запустить вот только сейчас. Лучше вообще не рисовать брови, чем рисовать их криво, слишком ярко и как-то небрежно. Сейчас серьезный реальный тренд вот на такие вот лысоватые брови. Выходим на улицу без бровей? Камон, давайте ставьте лайк, кто пошел на улицу без бровей. Теперь я уложу все прозрачным гелем для бровей, тоже Stellary. Можно использовать любой гель для бровей, независимо от того, какая это марка, потому что почти все гели похожи. А вам нужно лишь определиться со степенью желаемой фиксации. Пришел черед накрасить глаза, и начну я с черного, угольно-черного карандаша от Beauty Drugs. Он тут двойной, с одной стороны бежевый и с другой стороны черный. В фильме «Плохая училка» сделать вот так. Так реально очень легко прокрасить верхнюю и нижнюю слизистую. Особенно, если мы потом будем все это дело перекрывать тенями, и в принципе, как растушуется, это реально не особо важно. Я все-таки возьму маленькую кисточку-язычок и немного подрастушую. Растушую хаотично, чтобы не скапливался пигмент
пигмент в одном каком-то месте. А сейчас уже переходим к более чистовой работе. И это будет либо гелевая подводка, в моем случае просто помада матовая от Lime Crime. Я вот выбирала между этим и этим. Все-таки решила остановиться на более темно-фиолетовом. Подвижному веку. И только потом, очистив кисточку на руку, мы будем выходить выше. Сначала снимаем пигмент на подвижное веко. Лучше про запас держать сразу же чистенькую кисточку, которой можно растушевать края. А сейчас я буду закреплять все сухими текстурами. И начну я вот с такого вот красивого фиолетового оттенка. Это палетка Pocket Candy Lime Crime. Но... я увидела бюджетную альтернативу в новой коллекции весенней от Vivienne Sabot. Вот они, два оттенка, очень похожи. Ну вот даже на камере видно, что чуть-чуть Vivienne Sabot потемнее. Если сделать свотчи, они прям идентичны. Мне, конечно, больше нравится финиш Lime Crime, потому что он более многогранный. Но это как альтернатива. Я беру Lime Crime, использую этот оттенок фиолетовый. И несмотря на то, что это шиммерный оттенок, я нанесу его прям в складку века, он такой дуохромный. И спущусь на все почти что века, просто не буду заходить прям у ресничного края. Ради интереса я просто нанесу вот этот вот оттенок на вторую сторону, мне просто интересно. Ну, чуть-чуть. Мне больше нравится Lime Crime, у него какой-то более благородный, что ли, финиш. Чтобы затемнить мне подвижное веко, я теперь возьму палетку Huda Beauty. Huda Beauty Nude. Вот так вот она выглядит. И отсюда на подвижное веко. И в качестве акцента я использую Diamond Crushers. С помощью этого глаз начинает просто гореть, сиять и переливаться. Ну и чтобы закрепить все это дело, я сейчас нанесу дуохромный хайлайтер от Kat Von D. Возвращаясь к альтернативам, я нашла в палетке Essence похожий оттенок. Вот он. Сейчас я, собственно, продолжу и нанесу на этот бюджетный глаз Essence и на этот Kat Von D. Использую из этой палетки Hello New York вот четвертенький оттенок. Нанесу на эту сторону. Так, и использую этот. Пришло время для ресниц. Я клею вот такие вот ресницы с AliExpress. Я делаю всем уже, наверное, знакомую процедуру. Наливаю клей. Это клей Duo прозрачный. Чтобы поддержать этот макияж, я нанесу кремовый хайлайтер в розовом оттенке. Легким похлопывающим движением нанесу на скулы. На губы нанесу блеск для губ Sephora. Он на самом деле не розовый, он прям прозрачный. Блески последнее время прям завоевали мое сердце, я их обожаю наносить под любой макияж. После такого мейкап-туториала пусть хоть кто-то мне скажет, что я похожа на продавщицу с синими тенями, с фиолетовыми. Бомба, бомбический лук. Нужно сделать очень ровный тон лица, подхайлайтить его. Я буду очень рада, если вам понравилось видео. А с вами была Дарья Кей, до скорых встреч, пока-пока, увидимся в следующих видео.